Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Кто не подписался, подписываемся на канал, а я продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня новый букс, называется BTC буфер по сбору биткоин Сатоши. Значит, перейдя по ссылочке, попадете на такой вот сайт, нажмете SignUp. И у вас появится окошко. Значит, вот такое окошко. Сюда вводите email адрес. Разгадываете пример. Вот здесь вот нажимаете на синюю вкладочку. Вам на почту придет письмо с кодом. Значит, далее. И появится регистрационная форма, где уже вы будете регистрироваться, как бы в пароль, имейл, там все легко. Но только нужно вот этот скопированный код на почте вставить, в строку там будет, и нажать «Зарегистрироваться». После чего вы попадете, я уже зарегистрирована, конечно, в такой вот кабинет. Значит, что у нас здесь? Вот это вот здесь нажмете «Мой аккаунт», и вот появится как бы здесь, да? Нужно будет привязать кошелек. Привяжете кошелек, вот сюда нажмете, как бы у вас не будет. Опять же, кошелек должен быть как бы действующий, они проверят кошелек, ну там буквально несколько секунд. Вам на почту придет опять код, вставите в окошко этот код и нажмете, чтобы его привязать. Все тут через почту. Я думаю, значит, букс должен платить. Это все тут серьезно, и все как бы каждое действие тут через почту. Значит, далее. Как здесь будем мы зарабатывать? Так, нет, давайте с реферальной программе. Значит, вот здесь будет вкладочка «Наш реферал» отображаться. Вот здесь реферал линк будет находиться, наша партнерская ссылочка и баннеры. А зарабатывать мы будем вот здесь слева меню. Значит, вот биткоин буфер и earn биткоин. Вот две вкладочки. И они вот здесь же вверху еще отображаются. Давайте пройдем одну рекламку, посмотрим. Значит, здесь у нас показано, вот я уже две рекламки просмотрела, вот у меня уже 50 сатошиков. Значит, на 210 сатошиков у нас здесь реклама, и здесь ниже цена, вот по 30 сатошиков, да, как бы, и по 10 короткую. Нажимаем, нас перебрасывает на страничку, ждем. Вот здесь вот, где моргает. 10 секунд. Скрытых реклам нет. Без заморочек всяких там, как бы. Так, что-то не так у меня. Да, английский заодно поставить. И разгадываем пример. Нажимаем «Claim». Если нам надо остаться на страничке, нажимаем на голубую. Если закрыть, закрываем на синюю. Мы просмотрели, да? Таким вот образом просматриваем мы вот эти кошелинки. Далее, здесь биткоин буфер этот. Здесь как бы что-то наподобие автосерфинга. И здесь нам дают за каждую рекламку по 5 сатошиков, по-моему. Сейчас загрузится. Ждем секунды. Разгадываем пример опять. Бывают буквы, нужно вписывать как бы. И следующую рекламу или нажимаем «Мой аккаунт». Значит, нажимаем вот следующая
Как бы без перерыва вот так вот можно просматривать. И вот тут буквы ее вставляем. Вот не знаю, можно здесь так, большая буква, маленькая, а, к. Нажимаю claim и, ну, уже дальше не буду. Хотите продолжайте, хотите нет. Так, мой аккаунт. Что у меня зависло? Пока я рассказываю. Ага. Так, и вот у меня уже 70 сатошиков. Вот таким вот образом. Далее, здесь можно сделать апгрейд. Ну, знаете, как в обычных боксах. Сейчас я переведу на русский. Как бы покупать членство, обновить аккаунт. Это нам не надо. Как бы мы работаем без вложений. И как бы вот наше членство, статус членства free, свободно. Вот. Ну вот, как я сказала, здесь реферальная ссылочка, а здесь объявление. Это уже, как я понимаю, кто сделал апгрейд, свой, ну, можно рекламировать. Вот, объявление ПТС и ППС. Ну, это уже все, как говорится, дело хозяйское по желанию. Ну, я как бы не советую. Мы как бы работать будем без вложений. Кому интересно, пользуйтесь. На этом все у меня. Всем удачи. Вывод будем, естественно, проверять. Буду делать видеообзор, как на клюкую минима. А, что еще забыла сказать? Вот что я забыла сказать. Так, вот здесь вопросы-ответы, посмотрите. И минимальный вывод 20 тысяч сатошиков. Вот. Ну, вот теперь уже все. Как я уже сказала, вывод на клюку буду делать видеообзор. Всем удачи, до новых встреч.